Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Сегодня хочу рассказать об одной такой небольшой проблеме и поделиться своим опытом, узнать мнение пчеловодов, кто об этом что думает. А именно, какая проблема? Красить или не красить сами литки ульев? Ульи понятно красить, а вот сами литки, прилетные досточки имеется в виду. В чем вопрос? Дело в том, что когда наступает осень, это и для весны тоже характерно, когда наступает осень, на окрашенных поверхностях очень долго собирается влага и не высыхает. Как ни делай там угол наклона самой прилетной досточки, все равно там влага держится. Дальше моросит дождь. И если в этот момент пчелы еще вылетают, то залететь, вернуться им в улей очень сложно бывает. Тут она еле-еле прилетает, там уже намокшая, холодная. И тут еще плюхается на этот литок прилетную досточку. Часто бывает на крышах вот так прилипают, погибают. Но на крышах-то понятно, тут уже ничего не сделаешь. Саму прилетную досточку я вот взял воды и специально вот, допустим, показать, да. Я не буду поливать там, где пчелы, а вот соседний литок. Вот таким вот образом. Вот, допустим, полить, когда идет дождь. И вот так вот потом долго-долго эта влага. И вот представить, что точно такая же влага и здесь, где пчелы. Все здесь во влаге. Пчелка прилетела, упала в ту влагу. Хорошо, если она еще окончательно не замерзла и смогла зайти. Многие вот так вот намокают и где-то сюда падают, в траву. Вот. То есть, вот так вот влага держится. Понятно, да? На неокрашенных же прилетных досточках, вот, допустим, неокрашенные, да? Поверхность дерева пористая, если даже вот так вот идет дождь, да, вот, во-первых, вот оно скатывается, да, скатывается, но через какое-то время очень быстро это дерево впитывает туда эту влагу. Вот, и все-таки поверхность не такая гладкая, что даже если там какая-то влага, то пчелка может зацепиться, не так, как там, на тех прилетных досточках. И все-таки, лучше. Вот, мне кажется, что такие неокрашенные прилетные досточки лучше. Конечно, не такое эстетическое удовольствие, вот если так, посмотреть, да. Эстетически оно не очень привлекательно выглядит. Вот. Но вот мое мнение, что лучше, конечно, не окрашенная поверхность. Возможно, кто-то еще подскажет. Возможно, если даже окрашивать, то есть какие-то краски, что пропускают влагу и быстрее впитывают, быстрее высыхают. Вот. Еще вариант, если прилетные досточки, допустим, чтобы избежать этой проблемы. Есть вот такой вариант прилетных досточек. Тут можно красить, можно не красить. Допустим, влага тут практически не собирается. Она вся там вниз сходит через эти отверстия. Одновременно, конечно, вот такая прилетная досточка может и служить как это самое заграждение, если надо закрыть и туда для проветривания. То есть вот такой вариант прилетных досточек. Кто что думает на эту тему, у кого какой опыт, кто как замечал, насколько это важно, или может и не стоит обращать внимание на это, то что окрашивать, не окрашивать, кто об этом что думает, пишите в комментариях. Пока!